Снаружи современный кирпичный дом с индивидуальным отоплением. Внутри уже поклеены обои, постелен линолеум, натянуты потолки. В новенькие квартиры уже начинают переезжать новоульяновцы. До этого они жили в аварийных и ветхих домах. Вера Гурьянова с семьей почти 40 лет прожила в старом доме, который признали аварийным еще в 2016-м. Новую квартиру ждали 7 лет. И перекрытия деревянные осыпались, и потолки падали. Ну все, все, начиная от крыши, и я еще раз говорю, кончай подвал. Очень ждали, внутри мы уже побывали, да, посмотрели свои квартиры, как бы уже знаем, были в своих квартирах и очень ждем, когда все это вот будет, все, нам дадут ключи наши уже. В новом доме по улице Волжской приобретено 98 квартир для переселенцев. Часть из них уже получила ключи из рук губернатора Алексея Русских. Поздравляю вас с новым домом, с новыми хлопотами, но это именно те хлопоты, которые на самом деле очень радостные. Хотелось бы мне сказать огромное спасибо нашему генподрядчику, который на самом деле за один год построил такой красивый дом. Вы сами видите, как мы в темпе таком хорошем. И такой один, единственный город, в городе такой дом у нас красивый. Я надеюсь, таких домов будет все больше и больше. В целом, на ускоренное расселение людей из аварийного фонда региону были выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Это 789 миллионов рублей. Решение приняли по итогу визита в Ульяновск председателя наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина. Таким образом, 555 семей смогут переехать в новое жилье на 2 года раньше запланированного срока. Анна Тищенко, Улправда ТВ.